Приветище, это Нек, и мы продолжаем третью главу, часть первую, другой путь. Напоминаю, что в прошлой серии захватили орки всех наших... Пойдем посмотрим, нет ли другого пути в деревню. Да, пойдем, пацан. А ты идешь? А че ты стоишь? Пошли со мной. Короче, в прошлой серии мы ворвались в деревню, естественно, Нек с пацаном остались за деревней, и все, кто вошел в нее, тех орки схватили. А мы теперь идем их вызволять. Ну, по крайней мере, попытаемся. Там такой махач был. Вообще жесть, конечно. В комментариях также мне много кто писал о том, что я пропускал какие-то тайники. Я все проверил. Тайник был пропущен только на времени там 50 минут, где-то вот так вот. Я его собрал. Остальное все это были не тайники. Так что, ребят, не переживайте. Все читаю, все проверяю. Еще мне, кстати, в комментариях написали, как фармить янтарь. Я, кстати, вот спасибо за это, конечно. Я не обращал внимания вообще никак на янтарь. После смерти янтарь у меня не отбавляется. Соответственно... А, янтарь заново появляется, заново респаунится. И это очень круто. Получается, что я могу помирать, заново проходить локацию, собирать янтарь, и он у меня будет фармиться тем самым. Ах ты, стрела попала. Так что это крутая тема, но, блин, фармить посредством своей смерти, как бы, ну, такое себе. Это очень долго и нудно. Снова дятел. Мы его уже второй раз встречаем. Бабах тебе. Вот и ничок надо собрать. Ну, это не совсем тайничок, он открытый был. Я заметил просто. Ну, чё ты там? Теперь я понимаю, что это разные птицы, это не одна и та же, которая меня достает. Их тут просто огромная куча. Ловушки, видел, да, какие ловушки теперь появились? С гранатами. Ну, это не совсем граната, а какие-то взрывные кристаллы. Но, тем не менее, надо быть с ними... Ой-ой-ой-ой-ой, поаккуратнее. Ха! Просто пробежал, да и все. А где пацан? А вот, кстати, пацан. Пойдем рычаг дернем, а, бро. Опа, нифига себе там ловушки. Че? Пацан, ты видел эти ловушки? У него пистолет, кстати, есть. Ты крутой. Ладно, пойдем. Какие защитные сооружения. Так просто к деревне не подобраться. Да ты что? О, прикинь, тайничок. Нифига себе, чуть не пропустил. Забрали. Тут больше ничего нету. Чуть случайно решил еще раз на пацанов посмотреть, вернуться и тайник заметил. Офигеть. Так. Шипы обходим, обходим, обходим. Давай, давай, давай. О, быстрее. Фух, пронесло. Там, кстати, нет никаких тайников у шипов. Нет, вроде нету. Все отлично, все хорошо. О, снова мелкие орки. Детишечки. Я их называю дети орков, потому что они такие мелкие. Знаешь, что я сделаю? Я сделаю вот... Вот так вот, вихрем их просто снесу. И вот тут тоже надо собрать. Ништяк, немножечко подросли. О, смотри, спиной стоит. Сейчас, прежде чем туда... Вот, кстати. Тайник, видал? Что тут у нас? Что это такое? Покажите уже, что это такое. Деталь детектора реликтов. Вот. А я же такое уже подобное собирал. Детектор реликтов. Отображает близко расположенные реликты. Че, разве не собирал? А, нет, это другие. Три запчасти нужно. А там был детектор тайников, да, точно. Спутал немножечко. Но тут больше ничего нету, поэтому идем дальше. Идем дальше. Че, кабо? Там лучник есть? Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай, лучники, как вы меня бесите. На тебе. Выкусили в черепуху, отловили моих реликвий, реликтов. О, какая красотень тут, ничего себе, вот этот пейзажик. Здесь заставочка будет какая-нибудь, нет? Нет, но я пошел дальше. А нет, будет заставочка. Но мы уже внутри деревни, получается, пробрались. Так, мне бы вот в колобочек превратиться. Больно, больно, очень больно. О, нифига себе, ты видал? Ну, такое я бы не заметил, честно. Это реально подстава. Конкретное. Ты бежишь такой на расслабоне, думаешь, все хорошо, и хлыбыч вниз. Так, бежим, 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 бежим. Нет, ну тут как? А как тут? Я не знаю, как тут. Ну хотя тут видно эту ловушку, перепрыгиваем, короче. Просто я не был предосторожен к этому. Как бы, Короче, я был невнимателен. Все, хорош, идем. Воу. Все понятно, это клавиша. Опять это ловушка. Но в этот раз я ее сделал. Ну, в смысле, я ее обошел. Можно было бы на них как-то нажимать, чтобы запускать.
Ребятки, ребятульки. Ладно, я не буду на вас ульту тратить. Я просто к вам подойду и надаю лещей. Оп. Ну ладно, тебе с кулака. Так уж и быть. Смотри, какой ящик реликтов. Его можно открыть. Ну давай, 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 иди сюда, иди сюда. Давай, махни мечом. Еще разок. Выхватил. У бумеранга, кстати, смотри. Я тебе забыл сказать, у них новое оружие появилось. Бумеранг. У бумеранга немножечко такой вот... Ну, короче, он прикольный. Бумеранг мне нравится, мне бы такое оружие. И у него небольшой радиус действия. То есть он недалеко кидается. Наконец-то реликты. Реликты. Реликтище. Идем дальше. К озеру вышли. Пока меня не спалили. Жди здесь. Ну чё? Ой, с гранатами снова. Бах. Бах. Ну. Размотал меня напополам. Попытка номер два. Первым делом надо разобраться с вот этим вот чуваком. Маленьким. Сыночком орковским. Я уже в прошлой серии говорил, что жалко, да что ж такое-то. Жалко, что гранаты не действуют на своих же. Прям капец как жалко. Ладно, гранатчик. Да что ж такое-то? Есть. Вот это, конечно, не круто, когда он под себя гранаты кидает. Но все равно я его одолел. Реликты гони, у тебя за спиной реликты, ящик валялся. Круто. Янтарек. Вот тайник. Нифига себе. Чисто случайно увидел. Ну, как бы не увидел, а ударил, и чисто случайно он открылся. Что это такое? Деталь комбайна. Одна деталь у нас уже была. Нек может собирать янтарь из побежденных врагов. Это круто. Собираем. Еще две детальки у нас будет. Первая разработка, которую мы сможем использовать. Так. Здесь вроде бы ничего больше. Хорошо. Пока хорошо идем. Трубу? Серьезно? Трубу? Ты думал, что меня это остановит? Ай! 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 Нет, короче, это бесполезно издалека забегать к ним. Длинный меч их может меня ушатать. Здесь вроде ничего нету. О-о-о! Кто такой здоровый? Ничего себе ты мощный. Да я тоже мощный, смотри, что могу. Вот так вот вас вихрем нафиг. Бух, и все. И пацанчик такой на изи проходит, типа, а я вообще, я прогуливаю здесь, у меня прогулочное путешествие по лесу. Снег? Откуда здесь снег? Офигеть. Ну, допустим. Привет, привет, ребят. Я чисто мимо тут проходил, случайно к вам забрел. Двоих. Да, двоих за раз. Красиво. Где тут ящик с реликтом? Вот он. А, тут вроде бы нет тайников, да? Вроде бы нет. Окей. Вон там что-то дико интересное. Прям капец, там и танки вроде стоят. Или это золото так светится? Снова пещеры. Пещерочки. Снежные причем. Еще одни ворота. И ни одного танка. Да, зато целая толпа гоблинов. Крепких на вид. Ну, я подумал, видишь осколки льда? А что, если ты их используешь вместо реликтов? Размер подходящий. Доктор считает, что это невозможно. Мистические энергии сферы в твоей груди влияют лишь на гиперплотную материю реликтов. Доктор считает. А я считаю, надо попробовать. Что мы теряем? Видишь, не получается. Шевельнулась. Правда? Ладно. Да ну нафиг. Серьезно? Круто! У меня мурашки пошли. Похолодало. Хочу еще. Офигеть! Я теперь ледяной Нек. Глава, третья, часть вторая. Кошмарный Нек. Хо-хо. Чую, жареным запахло. Так, мне куда? Мне в эту сторону вроде бы. Ладно, скатываемся. А че их остерегаться? Я их сейчас нашимпурую своими ледяными иглами. Пойдем. И удачи. Спасибо. Вот еще есть.
Давай, забирай. Нифига, я сейчас... Я весь льдом сейчас покроюсь. Офигеть. Вот это я понимаю, Нек. Вот, есть тоник. Я сейчас дико ледяным стану. Ледяной повелитель. Бойтесь, орки. Я вас заморожу. Посмотрим, насколько я стал крут. Короче, вот эта ледяная фигня, оболочка, которая меня окружает, это в виде брони теперь у меня, да? Потому что две шкалы здоровья у меня появилось. Одна ледяная, другая обычная, стандартная. Ох, как я их выношу-то, а? Ну, видимо, от льда, от ледяных этих осколков урон добавляется. Яростный такой. Ой, вот здесь вот можно... Вот этого я и боялся. Тут можно поскользнуться и нафиг упасть. Тихонечко. Аккуратненько. Это что у вас так за оружие такое? Я такого раньше не видел. Че, Дарт Вейдера? Ага, Дарт Вейдера пересмотрели. Ай, задел и весь лед с меня, короче, сбил, прикинь. Надо таких вот остерегаться. Орков? Лучше на рожон к ним не лезть. А то я копил ледяную броню, и меня разом ее снесли. Это не круто. Ататашка. Хочу набрать всю броню и посмотреть, каким я стану. Снова эта ледяная фигня. Ладно. Аккуратненько. Давай, съезжай. Вон опять этот орк с таким мечом двойным. Да ты посмотри, какой же я здоровый. Лук. Луковский. На тебе. Тайников здесь не было никаких, ничего не пропустил. А то я в эйфории пребываю от моего мощного нека. Нек. Вот это тоже заберем. Все, я по-моему, это фул броня. Не, ну ты глянь на меня. Вот это да, вот. Ох, хорош. Других слов нет. А, тихонечко. Мог бы своими ледяными ногами цепляться за лед. Че бы нет. Так, как думаешь, вон того бугая размотаю? Быстро размотал, но, по-моему, мне тоже досталось. А, он не сдох. Ты не сдох. Слушай, а если использовать ульту вихревую, да еще и с моими... Да еще и с моими ледяными шипами, это будет мощно. Случайненько упал на гранату и рассыпался. Как сахар. Ладно, пошли еще разок. Не беда. Давненько я не сдыхал, так что... По сценарию игры пора бы уже, как говорится. А че, иди сюда. Иди сюда, говорю. Запрыгнули бы. Какой ты мощный. Я как Нео. Только круче. Снова сейчас броню всю забью. Забью в бицуху льда. Ну че? Где меня тут ушатали? Вот здесь вот, по-моему, меня гренадер подорвал. Я иду к вам. Я Эно. Бах! С одной пухи просто. А здесь тайник, кстати. Ладно, чувак, ты покидай гранатки, я в тайничок забегу. Это тут важное дело нарисовалось. О, что-то новенькое. Рубиновый реликт. Редкость. Одна звезда из пяти. Рубиновые реликты увеличивают силу и атаку. Ну, то есть силу атаки. Ваша коллекция 0 из 15. Ну, то есть теперь 1 из 15 будет. То есть... Ну, я теперь стал вроде бы как сильнее, или мне нужно 15 штук их собрать, чтобы увеличить свою мощность? Необходимо реликтов, чтобы открыть доступ к Неку-вампиру. 14 штук. То есть надо 14 штук набрать. Понятно. Ясно. Будем иметь в виду. Эй, гренадерщик. Кстати, насчет янтаря. Хорошо, что так сделали, что янтарь не убывает. После смерти он остается в таком же количестве, в каком и был, потому что он тут очень долго копится. Поэтому... Это здорово, что так сделали. Все, я на массе, на конкретной массе. Привет, ребятки. Бабах. Ой, лучник! О, успел! Ой-ой-ой-ой-ой! Давай! Выкусил. Мимо! Дружочек-пирожочек. Мимо опять. Ну ты корявый. Ну ты косой. Здесь вроде ничего. Нет никаких тайников. Идем дальше. Ух, как я.
Вот это масса, вот это я понимаю. Все содрогается, когда я спрыгиваю. Здесь тайник, вижу. Снова лед. Просто ради прикола буду лед бить, несмотря на то, что у меня полно его. Ну давай я здесь за уголок забегу. Не, он даже сюда не докатился. А, это лучник, кстати, смотри-ка. Будем прыгать вот так вот. Там еще одна ловушка. Сюда скатится, нет? Не, не докатилась. А я уже близко. Паратюня, блин, задел меня. Ну, я пополню сейчас силы. Можно вниз скатиться. Давай вниз скатимся, я тоже там силы наберу. Ледяных. Где-то же тут не разбивал. Или я тут все разбил? Ради прикола все разбил, блин. Блин, и тут тоже, да. Зачем ты ради прикола разбил? Мне бы сейчас пригодилось это. Сам себе подвох замутил. Ну ладно, не страшно. Все равно ледяная корка у меня толстая, так что... Подат. Я иду, иду, иду. Орков размотаю. Спускаемся вниз. И вот так вот. О-хо-хо. С двух сторон. Есть. Лед, 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 лед. И опа. Я крутой, а ты нет. Ну что? Тут вроде бы все ок. Тайников нигде нет. Все, мы походу из пещеры сейчас будем ходить. А если я сейчас покину пещеру, слушай. Лед растает на солнце или как? Вот это, конечно, непонятно. Ну, скорее всего, растает. Скорее всего, растает. Так, вихрь. Сейчас испробуем. Да, ледяной вихрь. И он такой жесткий. О-хо-хо-хо. Гранаты. Пошли гранаты. Я бегу, бегу к тебе. А здесь, смотри, сейчас, походу, лед будет подо мной трескаться и рушиться. Этот мостик. Ай-яй-яй-яй-яй, давай-давай-давай-давай-давай-давай, ну же. А это что за пукалка у тебя? Выкинь ее, она беспонтовая. Даже урон мне никакого не нанес. О, тайник. Я в последнее время стал очень активно замечать тайники. Но, возможно, что-то и пропускаю все равно. Это что за реликвия? Покажите. Деталь детектора реликтов. О, круто. Вторая деталь уже. Здорово. Мне бы еще последнюю найти, чтобы запустить механизм этот. Аккуратненько. Пошли, 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 пошли. Здесь можно сломать? Нет, показалось. Ребят, здорово, что делаете? Ой, там лучник. Там лучник. Надо с тобой разобраться в первую очередь. А теперь с тобой. Еее. Все, походу, выход на улицу, да? Сейчас, вот тут вот что-то было. А, нет, это просто золото тут. Столько золота. А, еще не улица. Ладно, пора бы и кулаками поработать. Ах, граната подорвала меня. Решил руками поработать. Ничего! Бинго, ёпресоте. И все, у меня вся броня ледяная исчезла после того молота. Ну ничего. Ну ничего, ничего. Ладно. Опа. Сейчас тебе плюха прилетит ледяная. Смотри, бам. Пашбану. Бегу, 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 бегу. А, мы прямо отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. Налегке. Я легкий, как пушинка, а. Льда во мне больше нет. Практически. Ну давай, Нек, ну что ты. Он почему-то перестал бежать, как будто выносливость у него кончилась. Или это из-за льда, из-за снега, не знаю. Либо это мои пальцы просто уже стали. Ну чё, братья, сестры? Да я ж подпрыгнул! Да как так? С одной стрелы и он меня выносит. Все. Собрался я. Все, собрались, собрались. Какая-то непруха началась, слушай. Словно кошка черная пробежала. Вначале с лучника начну. Ага, мимо. Все, лучника нет. Мимо! Готов. Да, походу. Короче, когда я мелкий, я медленнее бегаю, чем когда я большой. У большого ноги здоровые, поэтому... Ой-ой-ой, гранаты рассыпались. А я тут никаких-то не... Ну, я же собрал в прошлый раз тайники, да? Поэтому они тут теперь не отображаются. Вроде бы как. Гренадерщик. А нет, смотри, тайники закрыты. Тайники закрыты. Ну, давай еще раз сходим, что. Но они, по сути, открыты. Ящик открыт. Так что все, огонь.
повторно собирать их не надо. Я снова собрал массу. Оп. Ладно, вначале с этим разберемся. Ай-яй-яй, задели. И еще раз. Да что это происходит, я понять не могу. Нек, а вот броня, походу, твоя вообще сейчас не спасает, да? Вроде бы двойное здоровье, все дела, а нас выносит как первоклашку. Как будто мы только начали существовать на этой земле. До этого словно я не дрался с толпами орков. Меня аж это бесит. Какая-то ерунда, она вообще странная. Ну ударьте его! Ты что? Ну не позорься уже! Какая-то... Вот серьезно. Тут где-то маг-волшебник, он наслал на нас неудачные моменты. Разобью на всякий. Снова этот уголок. Я надеюсь, сейчас все будет хорошо. На! Янтарь! Выкуси! Мимо! Получил! Ну все, вроде бы. Ну вот, вот прям вот. Вот оно, это злосчастное место. Не злосчастное, у ворот. Просто со злости всех, всем распихал. Так бы сразу, Нек. Вот так бы сразу. И ты выбесился, я выбесился. Здравствуйте. Ну чё, 1-1? Или 3-2? Или 3-1? Да, стрела мимо пролетела, хорошо. А ты получишь плюху. Вот так вот. Снова лед. Ой! Да тут, походу, стенка на стенку будет у нас. Не, ребят, я пойду с лучниками разберусь вначале. Ай-яй-яй-яй, гранатка, за что ты так со мной? Ну, что происходит-то, Нек? Соберись уже. Махаешь по воздуху. На! И тебе тоже, на! В полете. Вроде готово. А, еще. У-у-у-у-у! Ворот! Получил! По своему желтому, точнее, огромному животу. Живот-то у них не желтый, они зеленые. Тут вроде тайников нету. Спокойненько чешем дальше. Ребят, тайнички есть? А если найду? Вот и нашел. Да. Где моя броня? Даже не успел собрать куски льда. Лед. Собирайся. Ты мне нужен. А вот теперь выкуси. Есть. Успел. На тебе, негодник. Тайников нету, бежим дальше. Напоминаю, что сложность нормал. Я играю не на легкой сложности, поэтому бывает, что я отхватываю. Ну, так интереснее играть. Длинная рука дотянулась. Из-за льда фиг пробежишь к нему. Так, здесь я сделаю вот так. Оп. Есть кто, с кем подраться? Привет, парни. Мимо. А вот теперь я тебя бью. Тайник. Реликвия? А, янтарь. Ну, тоже сгодится. Янтарь, янтарек, даст силы нам, чтобы выбить оркам зубы. О, это хорошо. А чё, как, куда там прыгать, в дырку? Миу. А, это не пистолет, мой, это крюкошка. Имидж. Что скажешь? Выглядишь сурово. И чувствую себя суровым. Но когда я выйду, придется поспешить. У меня не больше минуты до момента, когда солнце растопит весь лед. Ну, минуты нам хватит. Три перекладины на воротах. Ага. И управляющие механизмы. Угу. Вот твои цели. Понял. Ну да, я был все-таки прав. Когда я вылезу на солнце, я буду таять. Здесь еще лед, если что. Сейчас я тут проверю эту пещеру. Вроде бы больше ничего. Ну ок, побежали. Let's go! Ой, таю. Очень быстро таю. А мне можно сюда? А, сбил! Негодяй.
Ладно, я без льда справлюсь. Просто нужно побольше времени. Да что такое-то живучий-то? Иди сюда. Готов. Я бегу. А может мне лед все-таки понадобится, и нужно будет вернуться назад, собрать его. Ну, мы в любом случае начнем сначала. Так, я просто думаю, что тут, возможно, какие-то есть тайнички. Тут надо все облазить. Ну, ладно. Откроем рубильник, потом... Бах! На тебе. По-быстрому. По-быстрому все. Ух ты, какой жирный. Какой жирный. У него щит, поэтому его не пробить. Ай-яй-яй-яй-яшеньки. Мне бы здесь янтарь пригодился. Да, булава-то у него то, что надо. Еще разок. Дежавюшечка. Ну, с этими-то сейчас я быстро расправлюсь. Привет, пара... А, их где-то... Они сгасились, их тут больше нет. На тебе. Не-не-не, так не прокатит, он еще раз бьет. Сверху. Брони нет. Еще разок. Только сверху. Щит поставил. Давай-давай, махни еще разок. О, да. Выстегнули. Обожаю замедленную подсъемку. Все, рубильник. Открыли дверь. Может, я, конечно, поторопился. Только не заходи туда, пожалуйста. Ты зашел туда. Есть. Еще две. Можно назад, пожалуйста, вернуться? Эх, там по-любому были тайники. Я все просрал. Ладно. Буду в этот раз умнее. Пошли. Так, значит, бежим, бежим, бежим. Сюда забегаем. Посмотрим, есть тут что? Привет, парни. Пока, парни. Ай, чуть-чуть гранатка задела. Так, тут вроде ничего интересного. Сюда. Да, точно, вот тайники, пожалуйста, есть они тут. Значит, нам я их тоже пропустил. А можно переиграть? Ну ладно, потом переиграю. Не для видео. Ауч! Гренадеры меня подбешивают. А если я пойду по другой стороне? Слушай... Кстати, эта карта... А, все понятно, это одна и та же карта. Просто разные эти открытые ворота. Все ясно, так что я ничего не пропустил. Ну и отлично. Разные... Вон, мы тогда в прошлый раз внизу были, а в этот раз мы поверху пошли. Да как ты меня задел-то? Найти. Найти. И здесь кто-нибудь будет? Ну да, а у меня уж сил нет. А я сделаю вот так вот. Выпустите! Давай, 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 давай. Янтарь выручил. Красота. Очень хорошо. Здесь где-то надо рубильник повернуть, еще один. Да. Здорово. Попыточка третья. Еще одна, да. Вот, значит. Ну, теперь бежим сюда. Вот, смотри, мы бежали в ту сторону. А первый раз бежали сюда, и вот третий раз бежим сюда. Все. Так что ничего переигрывать мне не надо. Все хорошо. Все отлично просто. Здесь вот пофармим янтаря, который ранее мы уже собирали. Он, конечно, немного дает, но все равно. Гренадерщик, я иду к тебе. Не-не-не, убегаем, убегаем, убегаем. А, прям на гранату вставай. Разлегся, блин. Там гранату пускает. Это что, ты думаешь, тебе горячие ванны? О, один на один тут с тобой. Да. Если бы у меня была такая булава, мне бы вообще игралось бы легко. И вообще жить было бы тоже проще. Ладно. Сейчас. Сейчас все будет. Быстренько туда запрыгиваем. Зато я на массе сразу к нему приду. Эй. Мощный тип. Получил? Еще получай. Ай, ай, уворот, 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 назад. Не доберусь, не доберусь. Надо, чтобы он... Вот теперь, открыт. Блин, закрывается быстро. И уфу, я его теперь не пробью, слушай. Да, блин, не успеваю. Да, без массы тут делать нечего. Ясно. Сейчас точно его одолею, вот смотри. Это как-то, который раз.
Третий, четвертый. Вот с четвертого раза мне всегда фартит. Сложность меньше даже не говорите поставить. Будет скучно. Поверьте мне. Проходиться будет легко, а вот мне будет скучно. На! На тебе еще в шапку. Ай-ай-ай. Ворот, 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 ворот. Сзади, сзади, сзади надо обойти его. Получил? О, щитом бьет. Да что ж ты будешь делать четвертый раз и нифига? Ну нафиг. Там еще мало места так. Да хотя нормально там место. Че ты оправдываешься? Так скажи, что ты играть не умеешь. Да не, на самом деле просто какая-то жопа. Не могу от него вернуть. Тут ворота какие-то беспонтовые, особенно когда я большой. Ворота вообще ни о чем. Давай, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Есть! Все же просто! Почему так сразу нельзя было сделать? Вот не понимаю. Ну все? За минуту управились. Плюс 100-500 раз повторений, конечно же. Нифига себе тут база. Здание под охраной. Не там ли хранятся реликты и все остальное добро? Надеюсь. А то материала маловато. Встретимся на месте. Тебе придется идти в обход. Извини. Читер. Да тебя же там сейчас повяжут. Ты со своей крюк-кошкой ничего не сделать не сможешь. Глава 3, часть 3. В крепости. А можно как-то ворот открывать? Нет. Ну чё, парни? Побоксируем? Вы мечи только бросьте, а то у меня-то нет оружия. Не-не-не-не-не, не так быстро. Ай, задел. Ты знаешь, что это больно? Красиво, да, просто. Ну, с одним, по крайней мере, оперативненько расправился. Я иду к тебе, мой пупсик. Иду, бегу. Давай, смотри, как могу. Хоп. Опа. Вот так вот надо играть, как профи. Зашел, под подмышками пробежал и ушатал. То, что нужно. Тайники будут? Нет здесь. Везде дерево, конечно, стенки не сломать. Но надо посмотреть. Привет, ребята. Ой, гранатка. Готов. Сейчас я вот здесь вот посмотрю. Тут вроде ничего интересного. Я, кажется, понял, как с рывками играть. Смотри. Давай, парни. Нет, это был плохой пример. Ну, почему, когда ты хочешь выпендриться, у тебя всегда как-то все через жопу получается? А чего так далеко-то бежать? Да, ну ладно, фармим эти янтаря. Фарм янтаря. Янтарь. Янтарищи. Да ударь ты его уже! Вот покрасите, сделай это! Ну все, я готов, я собран. Янтаря нафармил, просто капец. Я здесь, ты бы знал, сколько я здесь вздыхал, но я тебе это все не покажу, потому что это позорно просто, капец, сколько позорно. Ой, ударили. Сейчас я намерен тут все пройти. Потому что, блин, ну хорош уже вздыхать. Я серьезно тебе говорю, я тут раз уже, наверное, 10 сдох. Какая-то, я не знаю, напасть. Ну, по крайней мере, янтаря просто навалом. Смотри, как я научился. Хопа, мимо. Уходим, уворачиваемся. Ну, я так и до этого умел. Просто тут гренадер этот долбанный. Все, выкусил. Уходим. О, ребятки, здорово. Первым делом с лучником разбираемся. Лучник, выкусчи. Уходим. Вороты. Кунг-фу, все дела. Тихо, последний удар остался мне. Наконец-то. Я же говорил, сейчас я собран и все пройду. Янтарчик обязательно. Тайничков тут нету нигде. Янтаря-то сколько, смотри. Мог убежать и не забрать. Почти на 2 ульты накопил, это хорошо. Ой, нет. Цепляйся, перепрыгивай. Красавчик. Ты кто такой? А, ну это фигня. Это фигня. Нет. Ворот. Удар. Есть.
Один на один, но их вообще изи. Раскидываю. Сейчас прыгнуть надо будет. Блин, тайничков тут нету, из-за дерева не видно. А может быть... Нифига себе, нифига себе. Тут кнопка есть, я понял. Надо поаккуратней. Надо поаккуратней. Вот так вот. Снова янтарь. Сейчас возьму янтарь, я... О, вот какие-то Никита, ты посмотри. Вон они как. И что же тут у нас? Так, значит, возможно, я где-то тайники пропустил здесь. Аметистовый реликт. Ясно. У меня теперь их два штуки. Доступ к темному неку 18. Надо собрать теперь. Короче, если я вот такие вот реликвии соберу, 20 штук, то у меня будет темный нек. Как это выглядит, я, конечно, не знаю. Не спрашивай. Не видел еще. Какой-то крутой темный нек. Как темный Адам. Кто-нибудь слышал про этот фильм? Темный Адам. Так, ловушечки. Обходим их. Со стрелами. Привет, парни. Парни, я чисто тут случайно забежал. Можно? Вас граната ушибет. Получай! Уходим! Есть. Там тайник вижу. Сейчас в тайник забегу. Ух, сколько здесь реликтов! Отлично. О, да! Восполнили ХП. Ништяк. То, что нужно. То, о чем я мечтал давненько уже. О, он даже ничего не успел сделать. Гасись, 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 гасись. Фух. Вот это было тоже красиво. Ловушки пошли. Просто мимо пробегаем. Вот и все. Рука набилась. Оп, ух, фух. Думал, меня сейчас все равно подстрелят. Но нет, умудрился. Как-то умудрился снова кнопки. Аккуратно. Ух! Ух, фух, привет! Привет, парни! Как дела? Ой, мощная стрелочка. Попыточка номер два. Бегу, 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 бегу. Снова эти ловушки надо преодолевать. Ну ладно. Как говорится, пофармим, зато и янтаря. У меня уже на две ульты есть, это хорошо. Ребят, ловите. Оп-оп-оп, лучник-то еще не того, а теперь того. Надо тут посмотреть. Тайники есть? Нет. Сейчас я быстренько тут по стене. Смотри, такое ощущение, как будто туда наверх можно запрыгнуть, но нет. Туда не допрыгну я. Вроде бы ничего здесь такого таинственного нету. Ладно, бежим. Вон там тайник вижу. Тайничок с янтарем. Ну хватит тоже гранаты кидать-то по лесенкам. Ты в курсе, что это небезопасно? Реликты? Вот тут тайник? Нет, это не тайник. Просто двери какие-то куда-то. Ну чё, пацан, ты где? О, Виктор. Ты чё мутишь? Хватайте! Ах ты негодяй, так и знал, что ты жопа с ручкой. Давай, Нек, выбирайся. Ловите. Вот вам нафиг. А он еще скинул. Чертов Виктор. Мимо, бугай, мимо. Ах, схватил, мимо. Ай-яй-яй, нифига себе, он меня просто взял и размозжил. А янтаря-то больше нету. Как я красиво вернулся. Такое только в голодных играх. Еще, ой, как пошло-то. Нет, меня схватили, не успел увернуться. Давай. И накидывай ему, накидывай. Не останавливайся, да, красавец. Еще янтарь, надо быстрее собрать его. Виктор обоссался, да? Нефиг было на меня своих дронов скидывать. Я так и знал, что он заодно с Ордой. Козлина. У него даже бородка козлинская. Парни, вы видали, что там происходит? У вас там роботы на заднем дворе бегают. Да, чё я удивляюсь, у вас все равно пушки от Виктора. Здорово. Выкусил. Ай-яй-яй-яй.
Ну, как бы тут дело имело неаккуратность моя место быть. Да, давай, добивай, добивай. Перевернулся, перепрыгнул, отработал. Все красиво получилось. Тайник? Тут-то нет, не тайник. Идем дальше. Тайники, тайники. Я же вас найду все. Все найду. Тут? Нет, тут нет, нет. О, ловушки. Быстро пробегаем. Обожаю вот эти ловушки. Просто пробежал и все. Оу! Блин, из-за гранат. Ай! Даже ничего сделать не успел, честно. Честно, ничего не... Жал у ворот, но не получилось. Не получилось. Блин. Ай! Началось. Все, капец. Здесь стрёмные ворота сделаны. Капец, прям какие стрёмные. Они меня раздражают. Либо я просто не умею ими пользоваться. Надо научиться. Вот смотри, раз у ворот сделал. И вот видишь, как будто передышка. То есть ты не можешь сразу несколько воротов сделать. Вот видишь, передышка. Либо тайминг надо выжидать. Как-то иногда бывает быстро получается. Не, нифига. Все, пошли, короче, хорош трениться. И вот из-за этого тайминга ты отхватываешь иногда бывает очень так прилично. Поэтому либо прыгай, либо рывком. Надо комбинировать все это дело. Давай, давай, прыгай. Поворот. Оп. Вот сейчас красиво было. Увернулся как надо. Все хорошо было. Тайник нашли. Что тут у нас? Что это такое? Показывать уже. Деталь детектора тайников. О, вторая деталь уже нашлась. Отлично. Первая флешка была. А тут какая-то, не знаю, палка. Когда я уже Виктору насую своих реликтов в лицо? О, это что у тебя за ремень такой? Брось ремень. Армейский ремень тебе не подходит. Это только для взрослых дядек. Готово. Ну чё? Хватит, может, уже гранату кидать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Увернулись. Так, вот тут что-то интересное, какая-то стенка. Ну нет, вроде ничего интересного. Кукота. Идем дальше. Слышу ловушки. Или кто-то клинки свои расчехлил. Кто здесь? А, да, ловушки. Так, как бы нам их тут быстренько пробежать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько их тут? Нифига себе, смог пробежать все это. Ой, это ж главарь. Нека, вернись! Ё-моё! Голем из реликтов! Попробуем еще раз. Хорошо сказал. Главное, чтобы эта фраза не применялась ко мне. С одного раза выстегнем его или нет? Как думаешь? У меня есть ульта. Одна штука. Так. Нет, не получилось. Вот сейчас будет открыт. Нет, он щитом быстро закрывается. Есть. Оу. Быстренько мы его отбегаем. Че ты сгасился-то? Три удара всего отработал на нем, он сгасился. Босс еще называется. Что там внизу есть что? Не, нифига. Парни. Оп. И тебя тоже напихали. Здесь ничего вроде нету. Ну что, давай, кидай свои гранаты уже. Ай-яй-яй. Прям себе под ноги кинул. Вот, конечно, беспонтово, что они под своими гранатами не подрываются. Это было бы весело. Ну что, ты тут? А, у тебя помощник завелся, да? Ладно. И он, конечно же, меня туда не пропустит, да? Сейчас, я сам пробегу. Готов. Лови. Нет, не поймал. На. Я сверху буду на тебя прыгать просто. Ну чё ты, подходи поближе. Здесь так удобно на тебя прыгать. Вот это было, конечно, не круто. Подойди поближе, дружок. Вот так вот. Давай еще разок. Получил? Че, в этот раз 6 ударов выстоишь? Или как?
Больше? Ничего себе. Ладно. Возьму янтарь. Но, может, ты спиной встанешь? Не, спиной-то сыкует. Сыкуешь спиной, да? Бах! В животину ему. Че, сдулся? Ладно. Преследуем его пока. Снова ловушки. Выжидаем тайминг. У меня здоровья как бы не очень круто много, поэтому... Поэтому надо постараться... Да, успели. Парни, кавабунга! Есть? А, он успел меня, прикинь. Я ему ударил, он по мне ударил. Эх, ну ладно. Так. Щипастики, щипастики. Бежим, 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 не тормозим. Да вот что есть. Есть. Блин, он не сдох. А, не вдвоем с этими, с ремнями. Че, босс здесь есть у вас? Нет? Босс? Не, босса не видно. Пфф, даже никто ударить меня не смог. Замахивались, замахивались, но нифига. Так бы вот всегда бы. Ворота открыты. Тайников нету? Опа, янтарь. Янтарь, это хорошо. Парни, здорово. Обожаю длинные руки. Просто круто. Янтарь еще. Так, две ульты, это хорошо. Здесь ничего нету. Никаких тайников. Ладно. Я просто понадеялся. Еще реликты. Ну давай уже подерем. Ой. Давайте уже нормально подеремся. Нифига себе. Так нечестно. Ай, по жопе прилетел. Да блин, ты задолбал. Все, их я выстегнул. Но у меня здоровье вообще не огонь. Ладно. Вихарь. Еще раз вихрь. Готов. Вихрем его ушатал. Да он циклон, вечно убегает. Даже с моим маленьким таким количеством здоровья он застал со мной драться. Ульты сделали свое дело. Забирай это все, забирай это все твое. Оу, да! Вот теперь он точно зассал. Нек! Ты гигант! Сам удивляюсь. Не отставай. Идем искать остальных. Круто. Глава 3, часть 4. Приближающаяся сила, по-моему, так называлась. Не успел прочитать. Ну, короче, следующая серия будет про Нека-гиганта. Но чтобы это увидеть, ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк под этим роликом. Подписаться, если ты еще не подписан. Подписаться на Яндекс.Дзен, куда дублируются ролики с Ютуба. Ну и, конечно же, ждать следующей серии, на которой мы с тобой и увидимся. Так что до встречи!